Почти один биткоин выманили хакеры у доверчивых пользователей от имени Павла Дурова. На выходных произошел технический сбой в работе мессенджера Telegram. Взломанный аккаунт шведской музыкальной группы злоумышленники переделали под аккаунт создателя Telegram Павла Дурова. И в ветке сообщений об отладке работы приложения хакеры разместили пост. В нем выражалась благодарность за поддержку и предлагалось принять участие в розыгрыше поощрения в размере 5000 эфириумов и 1000 биткоинов. Для участия необходимо было перечислить небольшую сумму на определенные кошельки. Так, в течение получаса был собран почти один биткоин, это порядка 9000 долларов. Это не первая удачная попытка нажиться после технического сбоя в Telegram.